обратились в администрацию Соликамского городского округа с заявлением о пересмотре тарифов, как раз методом индексации. Перевозчики сетуют на то, что с момента прошлого повышения тарифа произошел рост более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По расчетам, которые предоставлены в администрацию исполнительным услуг, значится, что рост на производство нефтепродуктов составил 112,29%. На приобретение машин и оборудования рост 114,73%. Таким образом, пора повышать стоимость проезда для людей. При расчете тарифа применялся индекс на услуги автомобильного транспорта на территории Пермского края. Индекс рассчитан средний в соответствии с официальной информацией, как рассчитывается данный индекс Росстата. Применяя индекс к действующему тарифу 35 рублей, расчетный тариф получился 37 рублей 32 копейки. Тарифная комиссия приняла решение подготовить предложение с тарифом 37 рублей с 30 апреля. Расчеты, которые предоставлены перевозчикам, проверила контрольно-счетная палата. Вердикт контролирующего органа таков. Обоснование для пересмотра тарифа соответствует принятому положению. Расчет произведен в соответствии тоже с положением, принятым в декабре 2023 года. Проект решения имеется замечание технического характера, но имеются поправки, поэтому замечание снимается. Рекомендуем к рассмотрению. В аппарате Думы также проверили все прилагаемые документы, а члены депутатской комиссии по местному самоуправлению не выявили коррупциогенных факторов. Таким образом, вопрос о повышении стоимости тарифа с 30 апреля проходит дальше для обсуждения на очередных комиссиях. Окончательное решение будет принято на заседании Думы. Евгения Константинова, Сергей Сюзев, телекомпания Соль ТВ.